Всем привет! Сегодня мы приехали в отель Дон Педро Гараява, Мадейра. Извините еще раз за мой голос, поскольку я простыла, но мне кажется, это не помешает вам донести всю информацию об этом отеле. Самый крайний. 3302. Ну и что тут? Ванна есть. Ура. И вид. Кухня тоже малюсенькая, но есть. Отлично. Две комнаты. И вид. Куда вид? На океан. А вид на океан. Итак, осмотр номера отеля Дон Педро Гараява. Смотрите. Все классно. Зеркало есть, ванна есть, душ, биде, туалет. Все как положено. Дают мыло и шампунь. Больше ничего. Мыло и шампунь. С ванной нет проблем, нет вопросов. По шкафам сразу предупреждаю. Смотрите, есть фен. Фен. Провод идет куда-то далеко. Вот фен. Включается фен только через вот эту кнопочку. Через только верхнюю кнопку. Это не знаю. Включи. Вот. Очень тяжело было догадаться мне. Это мне Саша помог. Шкаф тоже нет проблем. Сейф платный. Вот. Это все ок. Полотенца следят, меняют. Тоже хорошо. Что еще? Здесь написано, что есть кухня. Но в кухне того, что написано в букинге, практически ничего нет. Написано чайник, тостерница. Их тут просто нет. Есть микроволновка, есть плита, которая работает. Два стакана. Это уже наши одноразовые. Два стакана было. Умывальник, мусор и холодильник. Все. Сковорода, кастрюля, вилки, ложки. Ничего абсолютно здесь нет. Так что, если будете смотреть в букинге, что здесь кухня, ну нет ничего. Вам придется все покупать. Так, телевизор маленький, каналов мало. Столик, свет, все как положено. Кровать, подушки, тоже вопросов нет. Вид из окна просто шикарный, вопросов нет. Есть столик. Столик на балконе и есть столик в комнате. Вот. Это что по номеру. Еще такой момент. Это завывание бывает даже ночью. Звуки природы. Так, завтрак всегда один и тот же. Колбаса, сыр, сосиски, огурцы, помидоры, цибуля еще есть. А потом бобы, яичница. Очень сухая и не соленая. Круассанчики вкусные. Фрукты еще подают. Три вида. Яблоки, бананы, апельсины. Кофе и два вида сока. Все это всегда на завтрак. Без изменений. Вот, вся информация, да?
На букинге было написано, что до пляжа 1 километр, но никто не сказал о том, что до пляжа идти 1 километр с горы, плюс потом спускаться подъемником, который стоит 3 евро в одну сторону, а потом обратно еще. Пляж платный. Спускались мы с отеля до памятника Иисуса Христа где-то 16 минут. Поднимались 36. До пляжа, естественно, там недалеко подъемник, тоже где-то так будет по времени. Аптека, магазин, все напротив, кафешки, поэтому с этим проблем у вас не будет. По бассейнам вопросов нет. Полотенца выдают на барной стойке крытого бассейна бесплатно, слава богу. В бассейнах вода чистенькая и теплая, не холодная сильно. Скажу так, очень тяжело было найти этот бассейн. Так все запутано. Двор через двор. И только тогда мы увидели, где он находится. Но все-таки нашли. Это, скажем так, бассейн для малышей. Здесь бар, но он не работает. Неглубокий, да, бассейн? 1.35 м, 1.45 м. Чё, можно и взрослым купаться. А вода холодна? Ну так, не тепло. Охлаждающая. Да, вот маленький для деток и большой. Ну, вообще тут лето круглый год. Вот, и единственное, что мне не хватало, так это музыки. Не было музыки в ресторане, не было музыки при бассейнах. Тишина, гробовая тишина, и собаки гавкают. С окна отеля видно памятник Иисусу Христу. Вроде бы кажется так недалеко, но если пешком, очень далеко идти. Виды крытого бассейна супер. На океан. Так себе ничего, выглядит бассейн. И здесь тепло. Жаль. Ну вот, вроде бы все, что я хотела вам показать. Надеюсь, мое видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь. Еще много-много интересного.